Сотрудники ФСБ и полицейские на Камчатке изъяли из незаконного оборота крупную партию лососевой икры. Оперативники ведомств обнаружили деликатес на ПТР «Тихий», прибывшем из села Пахачи. В трех схронах, оборудованных на борту судна, находилось свыше 2,5 тонн лососевой икры. Документы, подтверждающие качество и законность происхождения продукции, отсутствовали, сообщили в ФСБ. Икра изъята и передана на ответственное хранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.